Информация для пассажиров общественного транспорта. В маршрутный лист 4 и 5 трамваев внесены временные коррективы. Со вторника по пятницу с 22.30 до 5.40 утра они будут идти из центра города в направлении ТЭЦ до перекрестка Ставропольска и Стасова. Далее последует по восьмому маршруту до хлада комбината. Из микрорайонов Пашковского и Комсомольского четверка и пятерка по ночам ходить не будут. Также с 5 часов утра вторника до 5 утра пятницы временно прекратится движение трамваев под номерами 9 и 10. Это связано с ремонтом стрелочного перевода, который идет ночью для предотвращения заторов.